Здравствуйте, дорогие друзья! И вот музыка звучит вновь. Наконец-то свершилось. После трудных месяцев карантина симфонический оркестр вышел на сцену, публика пришла в зал, и мы с удовольствием играли по страницам испанских гастролей симфонического оркестра, которые прошли зимой последней. Мы представили наш такой концертный тур по Испании нашей публике. Мы рассказали о том, где мы были, показали залы, в которых мы играли, поделились своими впечатлениями, и мы видели в глазах публики, в глазах наших дорогих слушателей, которым мы, конечно, очень благодарны за то, что они пришли к нам, и мы долго ждали этого момента. Мы тоже видели большой интерес, благодарность за то, что они могут опять приходить в зал филармонии, слушать прекрасную музыку. И я всех нас поздравляю с этим событием. Приходите к нам и не болейте. Мы вас ждем на новых концертах.